У нас в гостях у спортвизора спортсмен из Ивантеевки Андрей Ветряк. Андрей, расскажи, как тебе результаты, которые ты показал на соревнованиях в Самаре? Ну, понравились, только спину немножко плоховато проплыл. А ты готовился к этим соревнованиям? Что думал показать здесь? Хороший результат. Много путешествуешь вообще по России или по другим городам, где выступаешь на соревнованиях? Да. А где, например, еще был? В Обнинске, в Рузе, в Климовске. Еще много. А много друзей встречаешь на соревнованиях? И вообще тебе как обстановка здесь, именно на этих соревнованиях в Самаре? Очень хорошие, окна нравятся, большие. Очень хорошо видно все. А какой бассейн больше любишь, полтинник или 25? Вот в каком тебе комфортнее плывется? Мне все нравятся. 25-метровым только чуть-чуть полегче дается плыть. А с поворотами нормально справляешься? Да. Просто у некоторых бывает так, что из-за поворотов они любят больше на длинной воде плыть. Но вот скажи, а чем тебе запомнилось, например, именно эти соревнования? Может быть, тут что-то особенное? Вот ты выиграл многоборье, занял 3 первых места, как 4 первых места. Ну, как тебе вообще в Самаре соревнования? Понравились очень. Андрей, поздравляем тебя с победой в многоборье на 4 дистанциях. Желаем тебе успехов на дальнейших твоих стартах. Спасибо, что ты к нам пришел. Поздравляем. Спасибо.